Главная задача, которую ставят перед собой организаторы ежегодной недели добра, стартующей 20 апреля, это сделать родной город чище и светлее. И напомнить жителям, что совершать добрые поступки может каждый. Это не занимает много времени и средств. У каждого дня в неделю добрых дел есть свое название и цель. 20, например, апреля – это день путешествующей улыбки и день донора. Там, 22 апреля – это Международный день Земли, благоустройства, экологии и так далее. То есть там есть день книги, день культуры, день семейного добровольчества, день социального добровольчества. Традиционно в это время по всему городу проходят субботники и творческие мероприятия. При этом каждый желающий может предложить свою альтернативу и реализовать ее при поддержке специалистов Департамента по делам молодежи и спорта и неравнодушных граждан. Это, например, акция My Cup Please, мы ее запускаем впервые в городе, очень интересная экологическая акция. Это когда ты приходишь в кофейню города, и вместо того, чтобы тебе кофе с собой наливали в бумажный стаканчик, который по факту не особо бумажный, тебе наливали в твою там термокружку, термос или так далее. При этом в кофейне, по задумке организаторов, покупатель будет получать небольшую скидку. Присоединиться к неделе добрых дел может любой желающий, вне зависимости от возраста и занятости. Дополнительную информацию обо всех акциях и мероприятиях можно получить у специалистов Департамента по делам молодежи и спорта по телефону 671-81. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24.